Да-да-да. Алексей, вам хлопают. О! Чувствуете, и солнышко даже вышло, да? Вот и светит вам уже в окно. А вы говорите, не светит вам. Дорогие друзья, в самом начале программы объявили трех артистов. Да, помните? А вот вам и третий. Это наш человек-оркестр. Замечательный солист Пермской краевой филармонии Александр Прокопчук. И теперь мы предоставляем ему слово. Александр Прокопчук. Ну что, Саш, посмотри, солнышко, да? А девчонок сколько хорошеньких, да? А? Как много девушек хороших в Березниках. М?